Intruder detected. All security personnel alert status. Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами One избранный, тот, что, короче, узнавать сюжет непонятной игрухи вообще. Он сказал, что здесь все чисто. Я, типа, они заплатят. За что заплатят? Ты вообще не знаешь, кто ты, чувак! Как ты, кто заплатит, если ты не знаешь, кто ты даже? Я даже не знаю, кто ты вообще, в чем прикол. Никто ничего не рассказывает, бежим, просто куда-то стреляем, короче. Будем, наверное, я надеюсь, хотя бы будет в конце там какая-то эта заставочка, типа, что случилось, кто я. Да, бляха, кто там стреляет? Я сейчас как настреляю кому-нибудь тут, я вообще-то видал, с какой пушкой в руке, ты чё? Кто там еще, блядь? А ну-ка на меня все. На меня все, я сказал. You requesting backup, никакого бэкапа не будет. Вот вам и весь бэкап. Бэкапьте файлы, ребята, бэкапьте файлы, а то я бегу. Я бегу, сука, кто там еще, бляха? Я с пулеметом. Я вообще непонятно с чем. Я с какой-то херней синий. Ты меня видишь, да, я тебя тоже вижу. Да, уйди. Ага, конечно, ладно, нормально. Что за прикол? Так, что-то там максимум. У нас получается по серии... Ой, по одному этапу на серию. Это шестой этап, шестая серия. Ну, логично, да? Все нормально. Так, сейчас что-то будет херовое. Надо сохраниться. Кто? Ага. Кто еще? Не вижу ничего. Бляха, как тут все взрывается. Куда ты стреляешь? Куда он стреляет? Открывай. Блять, я в текстуру лез. Спокойно, кто? А почему никого нет? Куда стрелять? Эй. Вон туда? Чего такое? Куд? В смысле? Под воду, что ли? Я сдох? Акула сожрет, сука. Не понял. Так, я сдох. Подожди. То есть нельзя стрелять в стекло? Окей. Надо поаккуратнее как-то. Так, а подожди, а чё? А что тогда делать? Один противник всего был. Как открыть дверь? Эй. Эй. Слышь? Что ты такое? Как тут открыть дверь? Не понял, подожди, он просверливает дыру, смотри, он вон, видишь, дрелит. Как его завалить-то? Что надо сделать? Что-то надо сделать, а что, непонятно. Он пилит меня. Так, а... Так, подожди, не понял, что надо сделать. Что-то надо сделать, а вот что? Может, назад пойти? Нахер их всех. О, привет! Может, реально назад идти? Я не знаю, а в чем прикол? Не понял. Ща я не понял вообще ни керушеньки. Слышьте, а вы что появляетесь, ребята? Вы какого хрена? Ну вот, закрыто. Чуваки полезли, закрыто. Так, а подожди. А как тогда там пройти, я что-то не понял. Закрыто, и чуваки появились. Так, а подожди. Эти появились, бочки появились. Что за херня? Что надо сделать? Что надо сделать? Так, вот он прилетел, начал дрелить меня, и чего? Может, надо все разбить? Начинает пилить, и что? Что сделать-то? Что делать, алё? Не понимаю, дверь не открывается. Может, дверь разбить? Нет, не успеваю я. А в чем прикол-то? Что надо сделать? Алё, игра. А что надо сделать? Мув, мув, мув. Да мув, мув. Нифига не мувает, чувак.
Что надо сделать-то, иди твою мать? Дверь не разбивается. А что надо сделать? Я не вижу никаких приколов. Давай ёбну вот так. Ага, убил. И чё? Я убил его полностью? Ах ты сука. Эй, еще один. Алло, открой дверь. У меня тут, видишь, проблемы. Да сука, ты откуда опять? Ага, я тебя заметил. Подлецко. Хорошо. Так, а подожди, а где мне брать опять рейдж? Сейчас же он опять прилетит, да? А вон с той стороны уже теперь, падла. Мне рейдж нужен срочно. Как мне его сделать? Дай рейдж. Блядь, рейдж нету, не дают, суки. Все, пипец. А что делать-то, блядь? Серьезно? Я вообще не понимаю, что надо сделать. Как это пройти-то? Как эту хрень-то пройти? Я не понял. Я пока что не понял ни хрена вообще. Так, хорошо, пускай сейчас этот придет. Где он там, этот падла? На нахер! Ну хорошо. Один есть. Мне нужен второй рейдж. Эй, чувак, дай рейдж. Блять, сука. Не дал. Падла. Куда ты стреляешь? Мне нужен рейдж срочно! Да почему не дают-то, алло? А как мне его-то найти? Слышь. Вот рейдж мод. Так и чё? Бум! И все, дальше у меня рейджа-то нету. Мне неоткуда его брать. Чё за дела-то? Ой, привет. А разбей вот эти вот. Почему ты их не разбиваешь? Блин, опять пилит. Сука. Ага, включил. И что? Как мне открыть-то дверь? Блять, что за дела? Что за прикол? Как играть-то? А? Что за дела? Алло. Слышь, ты. Чего делать-то, блядь? Так, я не понял, что надо сделать. Ха, я не понял, что надо здесь сделать. Вообще не понял, что делать. Ну ладно, сейчас попробую, короче, что-нибудь сделать. Потом включусь, наверное, или я хер того знает, короче. Не знаю, что делать. Может, получится у меня пройти? Может, нет? Короче... Ах ты, сука! Стоять, блядь! Короче, интрудер. Да уйди ты! Короче, нахер. Здорово. Блядь, его бить надо. Ах ты, сука, все, я понял. Надо, бляха, так сразу так бы и сказали, что его надо ударить. Нет же, блядь, давай мне рейджи эти гребаные. Сказали бы, ударь его просто. Где он? С той стороны должен быть. И сюда, падла, сука. Ой, блядь. Я тебя сейчас убью, нахер. Вот так. Понятно, вот все. Хотя тут можно было, блядь, и додуматься, потому что здесь всего два действия. Стрелять и бить рукой. Кто там еще? Где он? Где этот хмырь? Акула, блин, смотри, какущая. На, сука. Хорош пилить мою стекло. Твори. А как я его через стекло бью, если я не могу стрелять в него? Интересно тоже. Так, хорошо, понятно, это мы поняли. Что такое? Все, открыли дверь. Отлично. Фу, бляха. Ну, гребаный сук. Я тебя, блин, завалю, падла. Так, дай мне рейдж. Мне надо рейдж. Где можно рейдж подрезать? Подрезать вот тут. И вот тут. И вот тут. Да не дают рейдж, короче, жадины. Ладно, пошли вперед. Чё там? Да уйди ты, блядь. Ёб твою мать. Я, сука, блядь, рейджист! Ракета! Что? Огнемет! Да нахер он не нужен, он херовый.
Он очень херовый, но он клевый в упор. Вообще нихера не понимаю. Ой, все горят, ой, все горят, ой, всем пипец, просто пипец. Ничего не вижу. Ничего, да, уйди ты, блядь, откуда ты взялся, тварь? Все? Ебаха. Ой, блин, там пилит опять, сука. Этот ебаный придурок. Так, кто там еще хочет огнемет? Еще один! Вы че? Вы не охуели? Слышь? Вдвоем, вдвоем, херово вдвоем. Когда вдвоем это херово. Так, у меня есть огнемет, так, ага. Сука, сука, сука. Где второй? Я второй, сука, сказал, быстро ко мне. Ух ты, падла такая жирная. Что ты такое вообще? Слышь? 4 раза тебя ударил уже. Так, здесь, ага. Ты подлец, да? Ну этот поменьше какой-то, а тот был побольше. Я не пойму, как я их через стекло-то бью. Е-па-па-ра-па-па-ра. Ух ты, сука. Ух ты, сучоныш, ух ты, блядиныш. Хорош, акула там здоровая. Так, где еще один? Где? Все, открыл? Не? Не. О, открыл, отлично. Гнемет, ты вообще что ли дебил? Почему ты не стреляешь? Бать, он ненормальный вообще, этот огнемет. Ничего не вижу. Да нихера себе вас тут, слышите. А может хватит? Давай, 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 мочи, 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 блядь! Ракеты, сука, ну ракеты хоть сбиваются, это уже хорошо. Ага, получились, суки, 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 суки. Куда ты ушел? А ну-ка сюда быстро подошел. Хорош. Так, потихой, потихой. Блин, надо как-то этап пройти. А я не успеваю. Кто там сзади? Так, опять, короче, эти будут сварщики, да? Опять будут сварщики, сука. Кто там, кто там, кто там? Подожди, где-то был этот чувак. С лазерным прицелом. Да как ты, блин, с одного удара-то? Ушатываешь, тварь. Где? Ты, сука, на нахер. Слышь! Слыхте! А вас тут не дохера? Да, блядь, бей ты его! Вас дохера! Вас дохера! Вас очень дохера! Блядь, рейдж... слышь! Как ты почему не отошел? Блядь, еще чуваки мешают! Этот шпилит меня! Что это? Опять нет, лазер какой-то. Там еще... Блядь, да убейся ты! Заебал! Нихера себе, они так-то живучие, суки! Да уйди ты хоть ты! Да убери ты! Да сколько тебя... Не бьется. Да, блядь, вы жесткие, что ли? Капец, ты видишь, сколько их надо бить? Да, блядь, я не могу убить этих чуваков, пока эти дебилы тут стоят. Они же пилят меня. Да уйди ты, блядь, придурок, не видишь, занят. Кошмар какой-то, мне же пальцы болят. Да сколько ж тебя бить-то? Капец, что за дела-то? Что за ебаные дела? Я так не подписывался. Кошмар какой-то. Фух, да откуда ты? Сучонок. Кошмар какой-то, я серьезно вам отвечаю. Как так их много? Блин, ну как вы так попадаете-то? Еще даже не прицелился, уже попал. Давай еще. Ага, Aircraft. Ты куда ты стреляешь, ты? Единственный. Единственный U.1. Кто? Открывай. Давай, открывайте, блин, мне это самое. Вот. Опять сейчас будут, да, опять будут идти эти придурки? Гребаные сварщики. Еще и будут, и ребята будут, да? Вы когда давайте что-то одно? Откуда ты там? Давайте как-то что-то одно, а то, блин, очень сильно... Ой, спасибо, наверное, конец. Ага, конец. Эй, открой. Слышь. Слышь. И что тут делать? Так, главарь. Что ты вспоминаешь? Кого? Амьюнишн? Ой! Какого ты хера упал-то? Объясни мне, пожалуйста, я бежал просто в сторону. Ты ее дебил, что ли? Ну серьезно.
Вот он придурок какой-то, реально здесь управление немножко туповатенькое. Я бежал просто в сторону, если я бегу в сторону, он должен просто по стене бежать, правильно? Ага, его создатель. Он что-то вспоминает, его создатель какой-то. Может это разбить можно? Нельзя. Что-то его создатель какой-то. Или его создание. My creation, он сказал. Так, хорошо. А почему меня тут, если это my creation, почему меня здесь не любят? Так, что? Хорош, так, нужен рейдж. Да, конечно, ты будешь попадать в меня, естественно. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Да куда ты стреляешь, ты подлец? У меня вообще-то пулемет. А вы там бесконечные, я так понял, да? Вообще прям рожаетесь прям на ура. Прям сразу. А что, серьезно бесконечные? Серьезно бесконечные? Натуре? Смотри, бесконечные противники. Вообще весело, да? Вот это веселушка. Короче, я побежал вперед, я вижу, они будут бесконечно бежать. Да вы реально бесконечные, что ли? Да как так-то? А и дверь, ты будешь открываться нормально или как? Или мне просто надо как-то проскочить? Да, блядь, еще не открывается эта ебаная дверь, сука. Блядь. Да я сейчас тебя, сука, заебу. Да заеби его. Он же, блядь, как он бьет их, но не бьет. Как это так? Он как-то бьет, а вроде и не бьет. Вроде стою, бью, смотри, в упор, а он, блядь, нихера не бьет. Ну, убей его, ну что ты? Машет, как дурак. Реально, как дурак. Абсолютный. Еще двери эти то закрываются, то открываются, то дебилы, то придурки, то... Едеть твою мать, откуда ты? Вот я за что и говорю. Вот опять. Откуда вы здесь появились? Здесь даже входа нету. Я не вижу ни хрена. Дверь, ты красавец, капец. Как так-то, блядь? Опять? Что ты вспоминаешь? Ага, отлично. Окей. Там надо было подождать. Так, ждем. Хорош. Жизнь мне нахер не надо. Потому что мы здесь без жизни играем. Так, хорошо, а куда? Туда, туда. Теперь куда? Сюда, блядь, было. Я не понимаю, куда надо. Я не понимаю. Ух ты, нихера себе. Я не понимаю, куда надо, подожди. Сюда или туда? Давай направо. Ага, тут есть платформа, смотри, стоячая. Блин, зря сохранился, ну да ладно. Так, куда теперь? Сюда, сюда. Сюда. Что за херня? А... Нет, не сюда, подожди. Вниз надо. Да куда ты? Да что ты? Вот когда, блядь, надо, он не хватается, сучка. Воу! Так-то резко было. Блядь, зря я подпрыгнул, потому что я так, я понял, куда надо, вроде как. Ты чё сдох-то? Ты упал всего-навсего на уровень ниже. Ты что, придурок? Как ты мог тут сдохнуть, если там платформа была? Я же на платформу прям упал. Он чё, издевается с меня, да? Или что? Сюда же, да? Ага, стоп, спокойно, сохранится. Етить, колоть. Так, кто там уже пытается на меня напасть? Что за вот эти вот прыжки вот ненужные? Зачем это? Чё вы хев меня? Я тут! Все, я спустился. Да уйди ты, бледёныш! Опять бесконечные притырки. Беги быстрее, пока дверь эта гребаная не закрылась, сука. Сзади! Да, конечно, вы как всегда, блядь. Подходи ко мне по одному. Ну, нахер, блядь. Да уйди ты, блядь, сзади, сука, тварь. Ублюдок, ебаный. Да вы что, бесконечные опять заебали? Заебали бесконечно, ненавижу вас. Как, тебя он вообще через текстуру хуярят нормальные.
Задрали, ненавижу, когда бесконечные... Ну как это бесконечные противники? Вы думаете, блядь, своей башкой, блядь, ебаной или нет, сука? Бесконечные противники, блядь. Ну вот нахера мне бесконечные... О, смотри, опять. Ну я тут буду полдня стоять, наверное, да? Или два часа. Часика три, думаю, пойдет. Давай, давай, будем стрелять. Вот так, тря-та-та-тря-та-та-тря-та-та-тря-та-та. Надо только так отойти, потому что этот падает с этого боку. Чтобы я прям в него и стрелял. Вот, вот что-то, вот интересно, да? Супер просто интересно. Как интересно, смотри. Бесконечные противники летят просто с воздуха. Просто тупо с воздуха. Я хуею, блядь, с этой хуйни, блядь. Да заеблёшь! Куда? Где я? Блядь, я где-то проскочил, что ли? Это просто жопа какая-то, а не этап. Я в шоке. Фу. Ну, рассказывай. Чё ты не рассказываешь? Ты же вспоминал. Или уже забыл? Вот ты, блин, герой. Так, куда мне? Мне налево, да? Так я могу вот так. Чё-то вообще... Ну, мне просто вниз. Нет, не просто вниз, так нельзя, прикинь. Так нельзя просто спуститься, блядь. Ну, тут сука. Вот тут же, ну, невысоко. Ну, что ты как этот самый, как маленький. Тут же, ну, невысоко совсем. Ты ни, ножки не сломаешь. Ебать, а он ломает, ты представляешь? Ну, вот ты корявый, ты корявка. Please evacuate. Не хочу я эвакуироваться, мне тут все нормально. Работаем, видишь? Видишь? Так, спокойно, что здесь? Здесь мостик какой-то, должен выехать. Должен, где ты? Где мостик? Выезжай. Эй. Мостик молодец, чекпоинт. Хорош. Так, теперь мне надо на вот эту вот платформу. Потом на вот эту, наверное, да? Потом вот сюда вот. Зачем только так все делать? Абсолютно непонятно. Если я мог и так спуститься. В принципе. Вот ты как ты помираешь-то? Как он помирает, алло? Там же, ну, там же земля. Земля. Я не понял, как там спуститься тогда. Может, вот сюда? Вот. А там в чем проблема была? Почему я тут не могу пройти? И чё? Ага. Да ёб твою дебилоид, ты грёбаный, сука, как же ты меня бесишь. Уже со своим управлением. Вот реально здесь управление очень кривущее. Ты что, ты конь такой, да? Подожди, я могу вот так сделать? Могу, почему я жду? Хорошо, мне туда не надо, мне надо сюда, потом сюда, потом куда? Я же вроде как-то не так только что шел. Ты что, ты, блин? Я же не так шел как-то. Как-то где-то был такой ход хорошенький такой, вот он, да? Ну вот, пожалуйста, пришел я, и чё? Дальше что? Сука, гребаная, блядь. Типа на мостик мне надо. Уоу, а там, блин, есть. А не видно нихера. Все, приехал. Так, спокойно. Прыгаем сюда, потом сюда. Потом на мостик. Вот я. Target on lift, блин, ты херли тут делаешь? Я на лифте, и чё? Я буду вот так их бить. Суки. Ух ты, сука, падла. Кто еще? Да, блядь, уйди. Ага. Внизу где-то шмаляет. Ты меня за полкилометра вообще ударил, молодчик. Просто четкий пацик.
Хорош. Короче, давайте, ребятки, на этом закончим. Заебало меня уже. И в следующей серии лучше продолжим. И все, всем спасибо за просмотр. Ссылки будут в описании под видео. Фух, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии Уана Избранного Какао. И все, и всем до встречи, всем пока.